Так, на мы месте начинаем, быть. ребята. Мы начинаем ускорить. Когда-нибудь наступит тот день, когда Скоромуш сделает пак без ошибок. Совершенно Ох, верно. Хорош, Скоромуш. Мы играем, ребята. Тему раунда мы прочитали очень быстро. За спидранили опять графон начинает. Выбирай. Так, поехали. Третий бан. Это будет игра оружие X2. А, в смысле игра... Назовите игру за оружие X2. Это Worms? Боже, как же она называлась-то, блядь? Супер овца. X2 получает алькор. Ну жестко. И потом, Миш, тому челу напиши, что у него музыка не работает в паке. Да, да, я напишу. Игра оружие X2 за 500. Бля, ну это Castlevania Lords of Shadows первая. Крест Бельмонта? Не знаю. Оружие называется. Ну, душить Бальмонта. Не буду. Боевой крест. А он принадлежал Бельмонту? Сказал? Да, да, конечно. Это ж... Ну все, значит. Оружие за 100. Ой, ну это Скиппи, вроде бы его зовут. Скиппиди Тойлет. Скиппиди Тойлет, да. Это Киберпанк 2077. Да. Скиппиди Тойлет, это он. Игра оружия за 200. Ох, блядь, тыкнул. Ну, это какой-нибудь, игру наверное... Игру надо точно назвать. Ну, это Wolfenstein The New Order, например. Нет. Какой-нибудь. От, сука. Это не Bioshock Infinite какой-нибудь? Нет. Вот тыкнул, блядь, на свою голову нахуй. Это, наверное, четвертый Fallout, а оружие не знаю. Да. Ну вот, блин, тоже, типа... Ну, я думал... 4/76. Я бы еще не назвал никогда. Он такой уебищный. В 76-м там был, он тоже. Кошмар, блядь. Игра слэш оружие за 500. Ну, это может быть Ямато из Devil May Cry 5? Или у Тигатана из Dark Souls? Или еще куча, блядь? Ну, надо пытать счастье. Сирики такой же. Я не смотрел Сирик. Сказали бы Dark Souls, ребята. Это реально у Тигатана из Dark Souls, блядь. Да там бэкграунд какой-то хотя бы бы дали, чтобы было понятно. Это клинки Афины. Ой, God of War. Вообще, это даже 30, скорее всего. Я засчитаю только просто. Он сказал игру, но не X2. Бля, какая это клинки? Каково, блядь, это клинки? Это клинки хаоса. Киареса. Блядь, Афины тоже были только где. Они называются клинки хаоса, ребята. Ну, Unlock, похуй. Игру назвал. Это Лансер из Gears of War. Да, X2 получает аккорд. Жестко даже и название сказал. Ты сильно, это первая пушка, которая мне в играх именно стреляющая понравилась, потому что у нее есть бензопила. Игра за 300. Оружие X2. Что-то пиздец знакомое. А я не знаю даже. Это Bloodborne, наверное, да? Ну, это... Какая-то трость... Трость-меч, блять, пускай называется, я не знаю. Очень близко. Да сука. Почти угадал. Ну, в Bloodborne практически оружие, не играл. Оружие, игра за 400. Стеклянный меч из ТС, только какой. Вообще не похоже, ты чё. Да хуй знает. Назови игру, надо игру сначала. Ну, Morrowind, похуй пускай. Блядь. Да, X2 получает. Засать, нахуй. Стеклянный меч, рили. Да тут легко, блядь, понять, на самом деле, не похож по графике, конечно. Типа, на остальные. Ну это да. Последняя игра за 400. Бля, ну это пускай этот... это будет, это Far Cry 4, наверное. Ну и калаш, типа, 74-й, видимо, я не знаю. Он там по-любому назывался как-то... 47-й. А, 47. Сука, а? А магазин что-то какой-то маленький, блядь, ну ладно. Выигр же 47-й, а не 74-й тоже. Но это только в реализме, которая игра. Фильм Банда или Юниорс, сериал? Назовите фильм или сервиса. Сериал? Это большой куш. Спиздили. Спиздили. Забыл тебе их завыдать, но потом выдам на экстра раз. Назовите фильм или сериал. Это последний самурай, он, видишь, какой, блядь, злой. Потому что последний. Вот первый был бы. Лёха Крус. Лёха, где такая же шевелюра? Нихуя себе. Ушла. Ушла эпоха. А кто здесь, я пытаюсь... Это Инсайз? Инсайз. Это клиника. Так, влетал. Это клиника, да. Банда Юниорс Муви. А это джентльмены. А это кто? Серёха. Да. Инжрих. Это Инжрих.
Банамир за 300. Бля, это сейчас охуенно встало. У него реально Ирел постоянно такое выражение лица, блядь. Неплохо. Банамир за 300. Это храброе сердце? Да. Храброе сердце, да. Храброе сердце, записали. Рыжие волосы, видели, кстати? Вот, блядь, ну это эти, типа, крутые легавые. А справа кто там? Не самый вроде. Видел сам, Миша, как-то? Да видел, Миша. Видел. Банамир за 400. Ипман. Какой Ипман, блядь? Да, не. Это разборки в стиле кунг-фу на Кунг-фу. Родос гений, Токс, нахуй. Идеально подходит. Мишаня, токсик, пиздец. Да надо. Банамир 500. Блять, это же, это не Люди Икс, это супергеройское кино, блять. Нет. Нет? Не супергеройское. Блять. Арсюха, нормально слева. Это Люди Икс. Не, это пародия на них. А, очень эпическая, блядь. А, супергеройская это про стрекосца, блядь, сраного. Банамир 500, последний. А кто справа? Димас, блядь. Димас. Два Димаса сидят. Два Димаса, да. Это Димас тот еще суперперец, блядь. У него суперперец. Я попрошу. Смотри в глаза, кто это? Старый Мунирс. Альберт Эйнштейн, совершенно верно. Кто это? Спасибо, Плащ, большое за переподписон. Благодарю. Нажал. Это Шварценеггер. Совершенно верно. Арни. Я думал, Жириновский, блин. Смотри в глаза за 200. Да, это Джонни Депп. Это Родос? Это Родос. Как вы это делаете, блядь? Ну там надо просто так, фильм, знаешь, вот просто нет, вот просто вот так и вот актеров. Смотришь, типа, mm-hmm. если приходит mm-hmm. в голову, да, если нет, то какой отгадаешь. Да. Mm-hmm. Вот это Сэмюэл Л. Джексон. Хотя, сука, на велосипеде да, тоже похож на был, блядь. Не-не, больше похож на из Мафии, который Морфеус, не помню, как его зовут. О, этот, ну похож блядь. Немного на Джозеф Гордон Левита, блядь. Но если не он, то... Наверное, нет, не он, блядь. А кто это такой вообще? Джозеф Гордон Левит? Адам Сэндлер? Нет. Тодд Говард? Не, ну тут вообще я бы не сказал. А-а-а, чего, блядь, что нахуй? Смотри в глаза за 300. Надо, блядь, откатываться, пиздец, как далеко. Ты просто говоришь прожектор. Бля, как ее зовут-то нахуй? Пэрис Хилтон? Сука. А, ну тогда нет, ладно. За такие подсказки можно въебало бить столбца сразу. Ебать, так эта подсказка для всех одинаковая была, Сандай. Все могли ответить. Ты просто не нажал. Блядь, ебобанный ты Абэма, блядь. Подъезд там обоссался. Человек, сука, в натуре. Обчихбо, блядь. Джей, играли в этот пак? Похожие Цукербек, темы были. А, тут надо назвать не актера, а его роль, которую он исполняет. Чего я на это придумал? А мы чего? Не думали. Ну персонажа. Сейчас там будет. Нужно ящер сейчас. Какой-то там будет сейчас. Рон Уизли. А, Рон Уизли. Никто актера просто не помнит, поэтому Рон Уизли. Я вообще думал, что супер вообще, блядь, без глаз и телой. Вернее, без века. Просто ставка, кто хочет поднять легкий. Так, ну давайте попробуем въебаться. Это Пушкин? Это не Рон. Жёстко. Картина только какая-то там поврежденная была. Бля, пиздец, знакомый взгляд. Бля, ну таких что-то... только Миша, наверное, что-то знает. Такое... Шарлиз Терон. Да, бля, хуй угадал бы на самом деле все равно. А, она Шарлиз Терон? Терон, я думал, она Шарли Стерон. Да, Шарли Тестерон. Арсюха, когда? Ори.
Ну ладно. Ну ее Шарли зовут. А Ори 15-го года, такая олдовая уже. Игра 2015 года, ты мути чудище. Дота? Дота не вышла в 2015. А когда была Дота до Игры Реборн? Что ты в мути? Что да, что ты в мути? Чего? А там был Войс? А, да, там есть такой, ладно, возможно. Ну, Бэтмен? Какой? Да иди ты! Arkham Asylum. Нет. Жаль. Arkham Knight, значит. Совершенно верно. Я думал, в 15-м вышел. А Сити вышел в 12-м? Сити, да, в 11-м вроде вообще вышел. Mm. 3 и 5 лучше, чем 7. Третья часть и пятая лучше, чем седьмая. Бляха. А как тут часть угадать надо было? Не знаю, мне пятая тоже никогда не нравилась. Ну, ты просто узнаешь, какая игра вышла в 2015 году. Блять, Субнаутика? Да, она же не 15-го года. Может, Сома? О-о-о. Сома в 15-м вышла. Поездки на диване. А, бля, это Battlefield Hardline, что ли? Тоже 15-й год, блядь. Как мы старые, почему ребята. Почему поездки на диване? Там на диване ну, там можно было такой кататься, блядь. Машина-диван. Опера тренируется с боевиками. Опера. 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 В 2015 году, ребят. Ну да, ёте. Сиего 15-го года. Ёбнуться можно. До сих пор развивается. Однороги, однорукие. Блядь, тяжело. Тяжело, тяжело. Ну тут тяжело, хорошо. Да. Ну, это, да, факты, вопрос факты. С секретом, ребята. Сандейчика пора вытаскивать. Себе. Да не, сандейчика надо как вытащить. Как ты заебал, блядь. Сандей игра 2015 года. Студентики, что же вы себя не... Блядь, ну это... Пережите. Этот... Dead by Daylight... Мне кажется, опять блядь, Кирилл, я бы так же ответил, честно слово. А-а-а. Угу. Бля, да, ну, мне кажется, не 15 вышло. Когда пятница вышла? Руби крыс, стреляй крыс, жги крыс. Вот тыкнул, ну, тут ты, просто. Блядь. Ну, это, да, просто. Типа, ну, это Вархаммер, который... Ну, Мендон, блядь. Не 40 тысяч, а как он называется-то? Верментайп? Да. Да, Верментайп. Эндтаймс он назывался, Верментайп. Ладно. Третий за 100. Третий месяц в году. Это март. Совершенно верно. Нормально, да? Посчитал жестко. Специально, да, проверил. Посчитал очень быстро. Вопрос составка, ребята. Ну, ва-банк надо ебашиться, да. Третий за дешман. Ясно. В классическом понимании третий номер в футболе носит игроки на этой позиции. Пиздец. Ну, капитан... У позиции всего 11. А, позиции именно. Вратарь пускай будет, я хуй знает. Ты чё, блядь, дурной, блядь? Да я ебу, что ли, блядь. Вратарь первый всегда, левый, да. Левый защитник, сука. Второй вопрос, за сколько, блядь? За сколько? Да, это был за 200. Я хуею, блядь. Пиздец. Я чё, ебу, что ли, блядь? Европейская религиозная истории ФОСКа и политической идеи, использующая для обоснования особо религиозно-политического значения различных стран, как преемников Римской империи. Третий Рейх? Ты чё? Нет. Ой, нет. Чё, Третий Рим, может быть? Да, совершенно верно. Третий Рим мне больше понравился. Но Миша, конечно. Миша, я бы точно так же ответил бы. А чё, ну они же там типа как раз и отсылали к себе к прошлому там и так далее. Ну ладно. Да, он же тоже третий. Ну, факт третий. Политологический термин второй половины 20 века, обозначавший независимость типа стран. Типа страны третьего мира. Да. Вот тут вот темы такие, просто всегда держи в голове, что третий в ответе. Вопрос с секретом, кого хотите задушить? Ну, задушить? Эй, посмотри в камеру. Задушить тебя? Ладно, держи. А чё не выбирается, блядь? А вот, всё. Отвечает Эльфидрей. Он, согласно еврейской традиции, будет воздвигнут на прежнем месте, на храмовой горе в Иерусалиме, где прежде стояли два других храма. По словам пророков Израиля, этот храм станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества. Ну, естественно, это третий. А как? Что третий?
Ну, на самом деле ответ очень простой. Как альковидеть вебки? Я не знаю, у вас вебки есть? Я не знаю их. Да, мы с вебками сидим. Не знаешь? Нет. На плей надо нажать. Это третий Иерусалимский храм. Круто. Да и похуй. Задушили Энфинлида. Я не думал, что там нас реально душное что-то будет. Третий вроде не сложный. Джокер сказал, блядь, кого хочешь задушить, третий я закон не думал. Ньютона. Совершенно верно. Ну вдруг это Джокер не знает, а эльф-то знает многое. Была международная организация, основанная в 1919 году, которая выступала за мировой коммунизм и которая руководила и контролировала коммунистическую партию Советского Союза. Ну, третий. Интернационал. Третий. Просто или третий? Ну, третий интернационал коммунистический. Хорош. Нормально. Жесткий, кстати, Сандей. Хуй бы кто ответил. X2 получил за много очков. Во. В каких годах существовал Третий Рейх? С какого по какой? Ну, в 20 веке, пацаны, где-то. Ну, я же говорю. В 33-м году был. Третий элемент таблицы Менделеева. Умный есть? Литий. Вот он. А хуй ты таблицу эту над монитором-то держишь, а? Я просто... Я помню первые четыре. Водород, гелий, литий, бериллий, бор. Пять. Гелий второй, да? Помню. Жесткий. Да. Общий термин, которым обозначают различные политические позиции, пытающиеся избежать конфликтов между, с одной стороны, правыми и ультраправыми, с другой — левыми и ультралевыми. Третий. Лишний. Путь. Mm-hmm. А-а-а. Ну, угу. Умно, конечно. Угу. Геограница — это пиздец, по-моему. Как-то. Да? Геограница за 100. Ага. Какую общую протяженность имеет сухопутная граница Японии? А вопрос у нее есть сухопутная граница? Ну, куда? А я пошел. Ноль. Да. Ноль. Ну, конечно. И кавер за 100. Люди больше не услышат наши дюмы. Чай голос. Бля, охуенный. Голоса, теперь их слышат только небеса. Хуй пойми. Как будто бы этого. Лёх, ты серьезно? Да вообще не похож. Вообще не, вообще похож. Не похож. Абсолютно не похож. И если что, эльф тоже мастер киша, вообще не похоже. Это кавер искусственного интеллекта, ребята. Вы должны назвать чей голос. My friend. Бля, это Сквидвард, да, нахуй. Да, да, да. Нихуя, жестко. Вышел из минусов, Миша, хорош. Ну это Спанч Боб, наверное. За ним сразу дальше. Скоромош любит, да? Ну, видимо. Ну, вы перемешали. Типа он же молодой, там сколько ему, лет 40, наверное, думаю, да? And now the end is near. Блять, это Патрик. Бля, это пиздец. Это пиздец, Скоромош. Вот же он любит его. Сэнди, мистер Крабс. Шрек. Бля, какой же охуенный голос. О, Шрек, кстати, похож. Единственный, кого я понял. Бля, не то. Это оригинал. Да. Ну да, тут понятно, что это оригинал. Ну давай угадаю, ну может Майкл Джексон, я не ебу. Ладно. Фредди Меркьюри, типа, наверное. Да. Ну не Курт Кобейна же. Да, это Курт, походу. Угу. Тут такое эхо, бля, пиздец, типа. Угу. Нахуя вы, скорее всего, датасет просто взяли. Опачки, пацанчик. Ну, серьезный играет Эльфин Лид. Пацанчик, серьезный. Засчитываю первый ответ. Я вообще делаю, что хочу.
А, так это Валькора, блядь, с наушников орёт, нахуй. Я тоже думаю, что за хуйня. Я не знаю, кто это. Блядь, что у меня наушники начали это? Серьёзно? Боже, блядь. Обратную связь ебашить. Нереально угадать еще. Последний кавер. Вопрос со ставкой. Хотите так же, как Эльфин Лид сыграть? No. No. Факты. Эминем, кстати, вообще не похож был. Бакардос, сделайте ставку. Ва-банк играй, Бакардос. Это жесткий. Лёг. Играй. Давай. Назови голос. Тут легко. Бля, я бы сейчас свои шевелюры потряски. Я бы послушал, если честно. Не, трек охуенно, конечно, сделан. Ну, я не знаю, это дымок. Нет, группа какая? Кто исполнил? А, ну сразу знаю, понятно, Бакардос, на самом деле. Ну попробуй, самое очевидное. Ну, по музыке. Дымок. Ну, рок-группа. И кавер. Чей голос в кавере? Хэтфилдс. Металлика. Металлика. Металлика играет. Тебе подсказали, поэтому нет. Да, сука. Obey your master! Да я не знаю, я рок не слушаю. Но Виталик кавер был охуенный. Германия. Я считаю, что ООН был потрачен не зря. Да. Так, это у нас Россия и Казахстан. Нет. Это США и Канада. Совершенно верно. Unlock. А где был вопрос такой, блядь, что было Россия и Казахстан? Сука, моя не помню. Тема, да-да-да-да-да, я вот в голове уже представляю. И сразу. Я и сразу говорю. Глобус, где написано «пошел нахуй» просто, блядь. Я примерно там смотрю в голове границы. Я у тебя глобус, ну вот такой, блядь. Большая часть сухопутной границы Италии проходит по... А почем? Ую. Почем? По сотке, да. Блядь. Какой ответ надо? Я думал, там граница Италии по пизде идет. Территория какой страны со всех сторон окружено маленькое государство Сан-Марино? Mm-hmm. А как же он чувствует? Формула, аж формула в Сан-Марино, точно. Через какое море пролегает граница между Россией и Норвегией? Баренцево. Да там миссия в Call of Duty. Баренцево. Через мокрое. Блядь, все-таки там, да. Сука, блядь. Так, Бакардос географ получается. С какими государствами граничит Франция, если учитывать ее заморские территории? Был такой вопрос уже, по-моему, тремя. Где-то. Блядь, ну это сложно. С 11. 11, блядь. Вот так вот. Это вот Гвинея считается, да? Там? Скорее всего. Вопрос с секретом. Я, наверное. Стоимость 2000, кому хотите отдать, можете себе оставить. Отвечает чё, графон. Тварь, блядь? Назовите 8 государств, которые граничат Сербия. Ну ты можешь меня будешь сразу называть или сразу? Да нет, конечно, блядь, я что ну, думаешь, назову тебя, что ли? Не будешь пытаться пробовать, да? Нет. Да. Бля, вот это просто реально, ну, такой убийство духный было. Чел, блядь. Было убийство. Мог себе оставить. Да, блядь, мог дать человеку, который хотя бы немного разбирается в географии. Вопрос со ставкой, ребята. Выбираю ставящего, кто будет играть по номиналу, Бакарди.
Он играет ва-банк. С городом какой страны разделен всего лишь одной улицей город Германии? Чего? Городом как страны? Герцогенрад. Герцогенрад. Я. Рыкий. С какой страны? Бакартос. Сейчас. Сейчас-то твои очки заберем. А. Ну, а хуй, с Польши. Нет. С Нидерландами. Жесть, у них реально граница по городу проходит. Прикольно, что. Ну это пиздец, факт. Гость ездит через второй раунд. Вообще офигенно. И второй раунд опять Миша начнет. Потому что он у нас. Потому что я в минусе! Еее, бой! Прошу вас, графон. Поехали, машинки поразгадываем. Марка за модель X2. Пойду покурить пока. Спасибо, Маринер, большое. Спасибо. К4. На репетиторы по географии. Лучше вот тыкнул, блять. Ну это Deo Nexia, блять. Да не. Получаешь X2. Чего? Да, я с другой перепутал хуйни. Как он знает? Это Volkswagen Tiguan. А не Touareg. Ну, вот я думал, это всегда, я их всегда путаю, блять. Это Touareg, Миша. Да, не Tiguan. А Touareg это тоже Volkswagen? Да, да. 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 Там просто VW написано, я не знаю, что это такое. Да, VW, да, Volkswagen. Touareg, да, вот сука, блядь. Я всегда Touareg с Tiguan'ом путаю. Скоромуш замазал уже на диске. Замазал. Да, да, я тоже. Молодец, замазывает. А, ну это Toyota Vitz вроде бы. Нет? Нет, блядь. Ну маленькая такая пиздюшка. Toyota. Какая нахуй Toyota? Toyota. Это получается даже не Toyota. Получается. Mitsubishi Colt. Нет, это Mitsubishi, ребят, не Mitsubishi. Mitsubishi. Что за Colt, блядь? Mitsubishi. Отсюда CBC. Это Ford. Да какой Ford, блядь? Ford. Нет. Не шарю. Subaru. Ну не хватает. Так это новый, блядь. Ну, сука. Просто новый Subaru, он такой, блядь, джип-джип прям, блин. Джип. Вот тыкнул на свою голову ебланчик. Ну, а посмотрим. Ну, это похоже на, блядь, на Kia какую-то. Kia. Это марка, да? Да. Сука. Hyundai Solaris, блядь, новые. Да тоже может быть. Что-то может такое, бля, корейское. Ну, пускай будет Hyundai Solaris. Какой? Solaris. Не Solaris. Сука. Бля. Да, блядь, такси нахуй, что так одинаково, блядь. А вот это Kia, пусть будет новый Ри, не знаю, Lada Kia просто. Ладно. Да нет, мне кажется. Ford. Что ж такое, нет там Фордов. Ой, блядь. А вот фары-то митсубишевские на самом деле, блядь. Вообще Nissan Micra. Фары ниссановские. Не митсубишевские. Ой-ой-ой. А это Ford. Да какой это Ford, блядь? Нет, сука. Ну видно же, это Lexus, блядь. Какой? Lexus красный. Почти, почти. Ебать. Ох. Бля, а это... Блядь. Я, конечно, могу объебаться, а не Мерин ли это новый, блядь? Мерседес. Ну, не назову модель. Ну, как будто бы не... Просто Мерседес или там что-то еще? Мерседес-Бенц, блядь. Не знаю, Мерседес-Майбах. Там... Охуеть, реально. Я просто помню, смотрел видос про чела, который говорит, что, типа, там есть еще кроссовер-версия, и жена, типа, выпросила всего лишь там 25 миллионов. Я такой, блядь, всего лишь 25 миллионов за эту хуйню, блядь. Это не Prius? Не, извините, наверное, я долбоёб. Да в смысле? Prius это модель, а марка Toyota, какая? Toyota. Ну. Toyota. А реально он? Что пиздец, это же супер узнаваемый, блядь. Ну, блядь, слава богу, нахуй, я обосрался. Да, у него же есть такое альтернативное название, блядь, такое тоже. 8-bit music, назовите... Блядь. What is love, hideaway? Да.
Тут, наверное, будем... Что назвать? Да, давай, песню, либо, либо то, либо то. Либо то, либо то, просто, да. За все вместе, да, X2. С минусами и так X2. Gorillaz, Feel Good Thing. Ну, слушай, они так слишком просто выйдут вперед, если X2 давать. Ну, блять, это ж легкие там песни правил, просто. Это Rammstein, Feuerfrei. Ну вот, у него же 1000. Бэнг, бэнг. Жёсткий. Она сама. Блядь, что-то знакомый, пиздец. Короче, это Daft Punk? Faster, Stronger, вот это вот, которая. У него же 1900. Ну, ебёт, чё. Да ща ва-банк опять хуйнёт. Да. Напоминаю остальные, можно только группу или только песню. Ну это ты, блять, как они нахуй называются, сука? Скипай, блять, я все назову нахуй. Squidward, Патрик, вот да, это. Да, 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 да. Он правильное название тоже. Это Bloodhound Gang, Foxtrot, Uniform, Charlie Kilo. Нет, это другая песня. Нет, не так. Вообще нет, нет. Бля, значит, не понял. То есть он не угадал ни с названием, ни с группой. Это вообще какие-нибудь там эти, блять. Сука, как их? Sum 41. Нет, точно нет. Бля, похоже, пиздец. Не Fleabag, может быть, какие-нибудь. Или да, или Sum 41. Нет, Blink. Blink. Не-не, это точно не Nickelback тоже было. Да они все для меня на одно лицо, как говорится. Трол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 о, как его, блядь, Эдуард... Эдуард... Блядь, как его фамилия? Эдуард кто? Можно сказать, как... Тролололомен его называют. Как создателя в C Game фамилия у него? А, Хиль тогда, Хиль. Трололо. Это Мьюз. Knights of Sidonia? Ребята, у него же 3500. Блять, ты ему до этого сам подсказал, чтоб он X2 получил, а тут, о, ребята, у него 3500. Нет, так он имя уже сказал. Да охуенно, блядь. Это Imagine Dragons? Нет. Нет, Unlock. Это грустная группа. Знакомый пиздец. Че, никто не знает? Спасибо. Если бы знали, я думаю, кто-нибудь ответил бы уже. А, не, мимо. Я такое не слушаю. Ты сказал грустная группа, я подумал сразу Radiohead. Ну, я сказал бы. Кто вот это исполняет-то, блядь? Трек-то по-любому все узнали, блядь. Так назови трек. Да, блядь, ну в смысле трек, в смысле по звукам, блядь. Назови трек. Получи очки. 800 там, на кону. Бля, ну давай я попробую. Это какой-нибудь Coldplay. Ах ты тварь, блядь. Coldplay? Пошел нахуй. Это минус, сука, блядь. Украл, вор! Пиздец, ну подсос как просто как во всех фронтах, блядь.
Не понял, блядь, это что шутка. Не поймали за руку. О, shots fired. Да, не сидрки 800 у тебя. Вот уехал вчера, мало того, что сказал, наконец-то съебался, так теперь все еще высказывается. Блядь, пиздец, вы бы знали, как он нахуй храпит ночью. Я ебал в рот. Он, блядь, храпит, и просто он как, у него коровий переворачиватель, как будто в комнате, блядь, он просто крутится, блядь, как на вертеле, нахуй, и храпит, блядь. Мишаня, я просто я был пьяный, и я заболел. Что ты меня хочешь, блядь? Он прожаривается просто. Ставь как ставку. Шашлык. Номинал. Я даже забыл, что за тема, пока мы смеялись. Музыка 8-битная. Не-не, это что-то другое выбрали на мышу. Это, да. Ладно. Играть еде за 900, ребят. А еде? Назовите единственный фрукт, у которого семена находятся снаружи. Бля. Вопрос с подвохом. Сразу клубника, блядь, в голову полезла. Это твой ответ? Нет, дай подумать. Ты уверен? Кто-то говорит, что клубника это фрукт, а кто-то говорит, что это ягода. Они спорили вечность. Что ты байтишь, блядь? Клубника это фрукт, хочешь сказать? Так ты сам сказал, ваш что ваш клубника это фрукт, блядь. Ваш ответ, Сандей. Что ты меня раздрочил-то, блядь? Ты меня в смысле сбил, пиздец? Пизди ты, пиздит, пока я думаю. Иди нахуй, вот, блядь. Разлад нахуй. Без негатива. Нет, не пойду. Ну, назови ответ. Ну, клубника, блядь. Да. Ура! Хорош, а что у земляники, блядь, что... Не снаружи? А земляника уже ягода. Это ягода. А, понятно, блядь. Ладно, ладно. Блядь, это Sting? Или нет, нет, не Sting, блядь. Я забыл, нахуй, я перепутал. Пиздец, а вы не узнали, типа? Нет. Вы знаете, что это трек? Нет. Ну, сейчас Максим сейчас знакомый, вот... но я вообще не знаю. Сейчас будем вот это, эй, оа. Не, не будет, старик. Будет, будет. Эй, хоа, не будет. Ну, бля, будет. Да, я понял, о чём. Это моби, ёбаный. Я понял, о чём ты, да. Я перепутал просто Стинга с моби. Стинг говорит. Выбирай, Сандэй. Айде 800. С какой стороны родом картофель фри? Не из Америки. Бля, бля, ну, вообще понятно, я попробую. Там людей фри не было долго. Франция, блядь, наверное. Ну, мне тоже кажется, что Франция. Нет. Нет, нет, блин, ну, френч фри. Бельгия. Блядь. Ты типа подумал, что френч фрайс? Ну, типа, да. Там пожарили, нормально получилось. Вопрос с секретом, кому отдадите? Хотели эстетическую можешь картошку, себя типа, вот и Мишаня, получили. Выручаете, да. Ну, давай, Миша, за 500. Какая еда в греческой мифологии считалась едой или напитком в олимпийских годов? Ну, виноград и вино, типа. Нет. А как она называлась в общем? А. Как она называлась в общем? А. 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 А олимпийские боги? Нет. Амброзия, блять. А что означает слово амброзия? А бог. Напиток богов, еда богов, да. Пиздец, а что виноград и вино это не напиток богов? Ну напиток был нектар, амброзия. Вот я про нектар. Какую еду воруют чаще всего? Вкусную. Мучную. На рынке, бля. Кондитерские изделия. 20% всех краш. Булочки пиздят. 19. Амброзия вкус такой в фуморе есть. Бля, ну жестко. Я в фуморе только не часто взять. Какая специя самая дорогая в мире по весу? Ну какой-нибудь... Бля, трюфель это специя? Наверное, нет, да? Нет. Блять. Самая дорогая в мире по весу. Специя. Могу тебе первую букву сказать, если хочешь. Давай. Ше. Ну, Мишу можно. Ше. А остальные... Шалава, бля. Ай. Ницца. Шалалалалала. Я тоже, блядь, знаю. Время выходит, Миша. Я без ше знал, блин. Время... А второе... А... Да я не знаю. Ну ладно. Да ну ёбаный. Бакарди говорит, что знает. Шафранчик. Блядь. Блядь, вот тыкнулся, да, специя, блядь. Шпак, блядь, в натуре. Афганский шпик. Какие свежие фрукты можно сохранить свежими более года, если хранить их в достаточном холоде? Хурму, блять. Что?
И фрукты переживают год, если в холоде находятся. Фрукты. Так, ребята, консервированные. Хорош. Хорош, реально хороший. Яблоки осенних и зимних сортов. Жестко. А еде за 400. Какая мировая еда является самой популярной среди всех континентов и стран? Да? Пицца слэш паста. Пицца паста, типа. Ну, макароны везде едят. Пицца или паста? Итальянцы люто, конечно, бахнули. Какая специя самая продаваемая в мире? А нахуй, соль? Нет. Unlock. Да, жестко. Перец. Паприка, нет. Блин, ну я перец, блять. Какой? Черный. Совершенно верно. Охуеть, а соль, то есть, не, блядь, нет. Ну, на, ну кстати, как раз таки люди больше перчат, чем солят, которые не любят соль. Всё соль, логично. Говорят, это не специя, кстати. Какая единственная еда никогда не испортится? Уже испорченная. Мед? Уф, откуда он знает? Вот. Нихуя себе. Да, да. Жёстко. Мёда нет срока годности? Ну да. Угу. Ну, его там нам ну, надо будет, конечно, типа, температурой залить, вернуть там нормально. Если 10 лет закопать, то через 10 лет он как лекарство будет. Какое национальное блюдо США? Хамбургер. Хамбургер. Хамбургер, чизбургер, бейк, мак, воппер. Воппер, воппер, воппер. Ой, шизакоты, что это за тема? Так, ну поехали. Банда Юниверс Гейм. Точно. А, не-не, какой? Это Тарков, Тарков, Тарков. А кто это? А что он сказал, GTA 4? Ну, похож. Миша. Это Миша. GTA 4, нихуя. Ну, мне предлагали, я уже в школе учился, типа. Это Решало. Это Миша Решало, да, да. Сталкер. Сталка. А кто на... Блядь, а, Димастик? Он на хвоста тут похож был, блядь, больше, мне кажется, чем на Димаса. Это якудза. А какая? Ну, охуеть. Тут бесчастье. Жмёт. Он префит просто. Да, префайерщик. А что игры простые? Это Postal 2. Бля, ебать подходит. Чё, реально чувак? Юниверс вообще, блядь, да. Одно это... Шифу. Ну, совершенно верно. Это Асмыч, да? Mm-hmm. Нормально. Скинул в конфу Маниверс. Блять, как охуенно вообще! Это же просто отвал пизды, блять. Это Саня в воскресенье, блять. Вообще охуенно, блять. Да, Саня охуенно получился, согласен. А чё, это же, блядь, тоже? Нет, это, ладно, это не Тарков, это R6 Siege, да? Ну это Радуга. Это Глэс. Это Глэс вроде радуга, бы. Радуга. Там и там Радуга. Да, реально Радуга, блядь, жёстко. Ну, Миша, у тебя было минус 100, с X2 ты а получил нахуй, очень много. Это Battlefield Bad Company 2. У тебя теперь 1700 вырвался из минуса. Нормально. Просто выпрыгнул, знал, как выпрыгнуть, знаешь, типа. Скромош молодец. Хорошо делает. Вот это вообще Pathologic. Идеально. В смысле, это Морутопия, Pathologic, блядь. Саня, куда ты срезала меня? Я не знаю, что такое, как он переводит. Pathologic это Морутопия, все правильно. Ну да. Ну тогда отвечайте. Что отвечаете? Просто эльфу поинты накинь. Ну я же не знал, что Pathologic это Морутопия. Не, все нормально, все нормально. Ну тут скорее Скоромуш мог, конечно, уточнить этот момент. В скобочках, потому что... А счет 4200 должно быть 5к? А, нет. Это Макс. Да. Макс, ты ж мне срезал 800. Охуенно. Я правильно я дал тебе... Он самый, конечно. Ну да, это но Макс 3400 и, Макс и Паша стоят. Миша очень хорошо получился. Далькору тоже какой Миша? Макс Пейн 3. Да. Да какой же он охуенный. Так, третий Макс вообще бомба! Давайте, шиза коты. Я не знаю, что там надо будет. Блять, это коты. Тема котов с секретами. Да. Ну давай, ну, залупа. Начнем с тебя. Назови личность Бакарди. Универс, Брюс Ли. Универс или Брюс Ли? Брюса... Брюса... Брюс Ли. Муни Ли. Сразу нахуй. Опа. Пизда, вот, сука, ты смотри, что делает. Ну просто тварь. Реально падаль, блядь. Ш-ш-ш.
Ой, графана. Блять, какой же мерзкий человечек. 500 нормально. За свои поступки при жизни и даже после смерти боги приговорили Сизифа к наказанию. Вечно вкатывать камень на гору, с которого он постоянно скатывался. При жизни. Я ебу, бля, лично не знаком был. Ну подумай. Был уже этот вопрос в одном из паков. Профессия какая была? Каменщик, блять. Ну, нет. Близко, наверное. Работает 3 дня. Вот царем или строителем. Жестко, блять. Прости, графон, это судьба. Шизака, ты 1800. Ты, ебашь его. Ха-ха, хорош. За эти птицы. Играет по карте. Нихуя. Это диджей. Что за птица? Не знаю, у меня, мне хочется попугай сказать, но это явно не попугай. А может? Ваш ответ — попугай? Ну да, пусть будет попугай. Нет. Unlock. Это глухарь. Глухарь. Я думаю, это теперь сериал такой. Глухарь, глухарь, да, это сериал такой. Эх, карма меня въебала. Может, вы другим людям попробуете дать? О, Миша, ёпта. А, блядь, у нас же есть. А, блядь. Фильм по обзору Бэткомедиан. Я же говорю, не особо. Тема сиси, конечно же, раскрыта. Но в остальном, блин, это самый дорогой в истории России фильм. И непонятно, 25 миллионов долларов. Видимо, вот для этого и снимали. Фонд кино же там. Ну не тебе чужие деньги считать. Блять, а про что это? Там за фильм. Сериал. Ой, фильм. Ну тема сисек раскрыта. Типа... А, стой, это не Викинг или как там его, блядь? Вот ответ Викинг? Да, по-моему, да, вот так он снимается. Нет. Блядь. Матильда. Unlock. Матильда, блядь. Что это за фильм такой? А и там был, блядь, срать же в том году, типа... И он 25 миллионов долларов стоил? Ну, что-то так... Впервые слышу о нем. Ну, просто секретом. Лёх. Давай сюда эти вопросы секрет. Имя по мему, да? Ты думаешь... 300. А, Наташа, Хозяин, по-моему, вставай. Там, блядь. По-моему, Хозяин, Наташа. Вставай. Наташа, вставай. Ну, Сандей не отвечал. Очень хочет ответить. Сандей. Тема стихи как раз. О. Поэзия. Согласно стихотворению Самуила Маршака, именно на этой улице живет рассеянный человек. Сандей. На улице Бассейной. Хорош. Сейчас вспомни, блядь. Продолжаем шизокотов. Опять отвечает Бакардос. Что за мем? За мем? Блядь, ну это из Футурама, но я не знаю, как мем называется. Не знаю, значит, скипаю, да? Скипарь, да. Он не подозрительно, здесь подозрительно, мне кажется. Ну, подозрительно тоже есть. А, ну ладно. Не, я прям помню, мне кажется, или ты пиздишь что-то такое. Кардас? Надо за 1400, Бакардас. Игра 2009 года. Трое на одном. Экран. Трайн, блять, так и думал, сука, но не сказал, очканул. Из Бакардос, что за котов слетел? Ну, вообще жесть. Что косо слил, блин? Сейчас подойду, послушайте песню. Без шансов, нахуй. Что одних, бля, что других. Бля, на PewDiePie знаю только. Я Post Malone понял. А вот первых не помню. Добивай котов! Ой, бля, тоже можно. Это нормально. Отписать. Блядь, вот... Ну хорошо, один пленка, по-моему. А второй, блять, вот я в прошлый раз на нем проебался.
Это не группа Браво, блять. Пленка Джонни Браво, да? Да. Кайбак качает, а где можно потом послушать? Пленка и Юра Шатунов, говорите. Значит, не пленка, пацаны. Unlock, unlock. Дизайн. Я не помню вообще нахуй. Бля, я перепутал. А че, выше за котов не выбирайте? Вопрос со ставкой. Кто хочет отгадать всех авторов? Мэшапов? Не, пизду их. Ну вот, Бакардос, ты выбрал, ты отгадывай. База. А что это было за тема? Это мэшапы. Блять. Это иду на минутку, ребята. Не кидайте меня просто. Пока музыка поиграет как раз. Зови мне всех что-то. Исполнителей и скип. Да не знаю я. Там Space Jam был один? Да, там три их. А, да. Ёбаный рот. Вот там нет, там вообще Beatles. Труха просто невозможная. Хуй отгадаешь. Пожирай, Бакардос. Я бы взял 1400 все котов нет? и отдал кого-нибудь интересного. Санде отвечает. Назовите мультсериал. Вот он, блядь, говорит, я, блядь, отойду, не тыкайте мне, не давайте мне разу, блядь. Долбоёб на Бакардосе, блядь, давайте. Я ничего, я не слышал. Назови мультсериал. И в душе не ебу, скипай. Бля, ну это легко. В смысле, это да, простенький. Спецагент Арчер. Всегда его нахуй на 2G2 скипал. Факт. Кто хочет? Я. Я, Кирюх. Долго думал, Никита. Да, все, все, Кирюх, ясно. Один из поклонников игры Baldur's Gate 3 заменил лица. На лицо этого реального человека. Отчего некоторые люди писали, что теперь не могут это развить. Я не знаю. Не играл в такую игру, как Baldur's Gate 3. Как реально кого заменили? Я так и думал. Я так и думал, блядь. Очень хорошо. Блядь, это хорошо. Он всем лица на Николаса Кейджа потому что поменял. Просто везде, блядь, всегда меняли в то время на Николаса Кейджа. В то время? В 24-м ну, году? В 20-м году. Жизнь пока. Меняли, мне кажется. Назовите фамилию Бздуна. Блядь, сейчас. Вихарьков. Игорь, по-моему. Миша, послушай. Саня, Джокер, послушай. Так, игра 2009-го. Игра 2009 года. 700, там может быть какая-то... Это последний раунд? Как-то или там помню, да. Там финал. Там еще раунд финал. Один и финал. Я скипаю следующий раунд. Почему? Мне тоже. А, Dark Souls, что ли? Еще успеть дохуя дел сделать. А ну хотя, в принципе, прям сейчас пойду. Блядь, Unlock. Demon Souls. Туда, я ебал туда. Меня надо сосали. Еще убрать игру, которая именно в 2009-м вышла. Нет, а можно название? Это аниме, да. Второе что? А второе это что? Вообще непонятно. Я второго уже не слышу даже. Только одно играет. И хуй пойми, как... что второе да, вообще нереально. Широ Сагису, блядь, или как это? А, да Киш, блядь. Нет, вот Киш был уничтожен в труху. Вообще или наушники нахуй. Просто у меня супер говно, что, блядь, там не было частот просто второй дорожки. Все, что было слышно, это... Не, нихуя вообще не было слышно. Нихуя не понятно. Я только Евангелион слышал. Кто это? Кто это?
Одних легко, а вторые... Да, вот кто, блядь? Вторые в чате увидел. Tell me what you want. Ахуй. Ну, какая-то, наверное, модная девочка Spice того Girls времени, типа, модные девочки, Spice Girls, да. Слипы легко, а вот Spice Girls. Я наоборот, только Spice Girls узнал. Я только Слипов понял. Ну, я тоже только Слипов понял. Ой-ой-ой. Правда, понятно, кто горжает. Бля, я не знаю, как зовут этого исполнителя. Тоже. Блять, я попробую. Это... Ну, это AC/DC, да, ведь? Угу. И как они там? Black Eyed Peas? Нет, нет, ладно. Бруно. Бруно Марс. Тяжелые масштабы. Вот вроде такие, да. Ой. Ну это классический. Сори, что не дал послушать. Да, сука, Кирилл спиздил. Погоди, блядь, ну надо было минусовать его, дать послушать и потом дать очки. Согласен. Звучало охуенно, потому что, да. Что за девка? Кто поет, да, сейчас за девочка. Кранберис, по-моему, которая... Ну, да, похоже, нет. Кстати. Которая зомби поет? Да, а, да. Слушай, возможно. Ну, давай попробуем. Ну, Imagine Dragons и Кранберис. Сука. Нет. Зомби. Голос красивый у меня, конечно. Mm-hmm. Ебашит. Ее звали Аврора. Mm-hmm. Так, в смысле, а зомби и Кранберис спела, бля, не Аврора просто. Ну, мы просто думали, что это Кранберис. Не, так Саня говорит, зомби, типа. Я просто пою зомби. Ну, звери и матрица, блядь, ну нахуй. Ну да, да. А, ну хорошо, что можно было ответить Ост Матрикс, потому что, блядь, оригинал-то хуй назовешь. Конечно. Полька, блядь, и это... Ну, и Раме. Раме. Ну, такая... Раме? Это Рамен? Просто нажми нет, чтобы послушать. Не помню, Полька она какая-то, не помню, блядь. Это прям... Так прикольно. Не ебу, как он называется. Старая хуйня, еще мемная песня. Вообще не понимаю, ну, блядь, Полька. Засчитывай, похуй. Мику. Ливанский Полька. Охуеть, блядь. Игра 2009 года. А Готика 4, ну Аркания, типа. Так а в смысле, дать блядь? Дать ответить, сука! Дать ответить! А, блядь, ёба, ну Готика 4, так-то Аркания, нахуй. Алло, там, блядь, написано прям так, ёбаный в рот. SimCity. А я даже не знал, что Resident Evil 9. В 2009 он, по-моему, позже вышел. Архитектурный симулятор. Sims 3. Роксан желание загадал. Вижу, вот DraftMail смайлик загадал. Я не могу нажать. Сори, я должен. Давай, доиграю старичок, наверное, а потом добавлю еще. Или фон круто происходит. Да понятно. Охуеть. Ну типа DAO, поняли? Типа DAO, ребята. Мне понятно, на самом деле. Там часто было про DAO. Кек. Лол, видимо. League of Legends. League of Legends, реально, лол. Лол! Ебать, ребята, поняли, я сказал сейчас лол. Стас только кек. Красава, что объяснил. Спасибо. Чё? Ничего не понял, но... Охуеть, ну там же Стив, типа, непонятно говорил. Машинариум? Ура! Хорош, Мишаня. Грязь. Ну, Дёрт какой-нибудь, типа. Колин Макрей, Дёрт. 2. 1. Охуеть. Саня еще говорил 1. Ты зря, он пытался Колин наебать. Пиздец. Реально, Колин Макрей. Стимпанковый фан. Тачлайт?
Прям, ты просто факел перевел? Да, ну типа, да. Ну вот третий раунд, быстренький финал, нормально, пацаны, нормально. Мне прям уходить уже сейчас надо. Давай, давай. Я тоже согласился. Да ты чё? Давай. Блин, пацаны, тут столько вопросов, пиздец, блядь. Ну типа, имеется в виду, мы если скипнем, то мы же к ним не вернемся. Это форт. Бакардос, блядь, где ж ты был? Да я хуй знаю, что это. У меня кореша просто такой. Вот тыкнул, блядь. Это... Блядь, так это УАЗик, нахуй, не? Ну, сука, ну похожи фары. Может, это новый какой-то, я не знаю. Ну, в смысле, похож у вас и Патриота. Похожие фары. Ну, это Honda Pilot, видишь, типа, у вас Патриот. Спиздили, блядь, пиздец, черти. Японцы, блядь, эти ничего своего придумать не могут. Это Шевроле. Балибу. О! А это УАЗик, ребята. Ай, блядь. Патриот. Это Тойота? Значит, Митсубиши какой-нибудь. Да нет, это... Это Паджерик, пацаны. Это Судзуки. Unlock. Хорошо, что не тыкнул. Хорошо, чтобы не тыкнул, блядь, в пизду. Хорошо. Чё, Лёв, не разбираешься в машинах? Вообще поебать на них. Можно мне самому оставить, а? Да, можно. А, блядь, это Миша. Играет Бакардо за 1000. А, это... Марка тюнинга. BMW E92. Это BMW, но не BMW написано. Чего? Марка тюнинга, это BMW, но не BMW. А, немецкая автомобильная компания, производитель тюнинга автомобилей ручной сборки, на Альпин? Засчитаю. Жестко, жестко, да. Это реально мощно. Куда он знаешь? Ну я знал, да. Я не знал, что это B5, но знал, что Альпин. А это Мерседес, это Мерседес. Это Мерседес, блядь. Мне кажется, нихуя себе, реально. X-класс, шо это такое вообще? Extra large. В жизни такого не видел, блин. О, а это... Так, да. Cadillac. Да, это Cadillac. Красивый, блядь. Красиво, стоит она дохуя. Да нет. О, это... Ну это же Рено, да? Реношка. Нет, вот сука. Это Матис? Так, нихуя себе, блядь. А, Матис наелся пелеменей только если. Если это марка? А, это Ситрон. А, не вообще. Ситроен. Кстати, два вопроса, если ты уже не скучал. Бля, нихуя, похож на какой-то, типа, Ягуар, типа, знаешь, только такой, пониже тиром, ну, сука. Мишань, ты же за рулем, тиром. Блядь, не знаешь название своей машины, я не понимаю. Какой, блядь? Кия, ты уволился какой-то. Инсайды пошли, ой-ой-ой. Вопрос составка, ребята. Там три одинаковых машины с разными названиями, Citroen, Peugeot, Renault. Вот, суки, блядь. Придумали, нахуй. Сандейчик, сделайте ставку. Да, Сандей он... уже ушел там. Уже ну, заходит. Безопасность Лос-Сантоса. Фаем. Ну да давай попробуем, блядь. Или играем в банк. Ты рисковый. О, блядь. Блядь, честно, я бы сказал, что это тоже Мерс, блядь, какой-то, но... Не, это не Мерс. Ну, по вот этим, по боковым, знаешь, я так подумал, типа, боковые вот эти решетки. Это Mercedes-Benz, да? Это Mercedes-Benz, да. Пизда. А Скоромуш у тебя в чате есть, Мишань, сейчас? Я не знаю. Крайсер. Скоромуш, ты тут? Передают, что Альпин, Альпайн, который Франция, и Альпина, Германия, это разные вещи. Я не совсем понимаю, но... Скоромуша передают. Да что вы доебали? Трёх человек. Назвать, что на картинках. Если ты говоришь скрытое, что-то... Постапокалипсис. Нет. Unlock. Нет, это на каждой картинке отдельно. Как а, еще раз, что? Что? На каждой картинке что отдельно? А, ну да, Unlock. А, собака, блядь, господи, на собака. Собака. Это назови на каждой картинке. В смысле? Ну назови проект, ну, блядь. Там на же первой, на второй, на третьей. Да. Что на картинках, на каждой? Смотри, назови. Что на первой картинке? Комиссар Рекс, так.
На второй. Фаулы четвертый. Так, на третий. На третий. Я легенда. Все, ответил. Все, молодец. Если отгадаешь скрытое, что-то объединяющее, получишь X2 написано. Ладно, похуй, я попробую. Это же вот это первое, это They Are Billions, потом второй Dishonored и третий BioShock Infinite. Что их объединяет? А объединяет их то, что... Хуй знает, чума какая-то в мире, наверное, я не знаю. Стимпанк. А, стимпанк, ну, сука. А в BioShock просто не было чумы. Да вот я поэтому и не мог привязать, просто трудно. Если отгадаешь, что их объединяет, получишь их два. Ну, законопослушный гражданин, Мортик 10, по-моему, и The Walking Dead, который Telltale Series. Что их всех троих объединяет? Что их всех троих объединяет? У них... Они потеряли... Привет, Затый Мир. Спасибо большое, старик. Благодарю. Хорошее желание. Без понятия. Ну, ты был близок. Кто они? Я реально потеряли кого-то. Потеряли всю семью, блядь. Ну, у Скорпиона весь клан заебашили, да. Ладно, я попробую. Ну, это типа Half-Life 2, Austin Powers и Fallout 3. А объединяет их, знаете что? Да хуй знает, X1 мне насыпать, да и все. Так, ну, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, потом, как их, Зловещий Мертвец, нет, да, ну, вы поняли, Зловещий Мертвец, по-моему, на русском называется, и Алхимик, цельнометаллический, что скрыто, потеряли руки, о, все. Да, они все с протезом руки. Они, ну, можно засчитать их, да. Ну да. Ну да. Они же потеряли руки когда-то, раз у них протез. Угу. Бля, я не знаю, как первое называется. Сигналис, по-моему, первое или сигнал, что-то такое, блядь. Не, транзистор. Первое, второе Silent Hill, третье, ну, какой-то Alien, Aliens, скорее всего, Isolation. Второе это Silent Hill? Да. О. А что общее? Акира Ямаока, может, какой-нибудь? Ну, шутка, скорее всего. Не-не-не. Женщина как Денис. Денис. Понятно. Грибочка мне стала слабая женщина, главный герой. Блять, а первое это что такое? Вот именно. Что за игра? Кейнс Бенниш Сага? А, нет. А, Слайда Спайр. Они все карточные. Ебать, что такое первое? Да, и второе, и третье, блядь. Ну, третье на Балдуру. Первое это Сакрит, наверное, какой-нибудь. Ну да. Угу. Волкин. Волкин. Для Диаблоида, но второе и третье это что-то из потерянных времен. Реально. Ну, тут уже 1000, а тут сложнее должно. Блять, а что второе и третье? Ну, третье, ладно, третье понятно. А третье а что? Бля, вообще мимо меня все. У меня второе. Что третье? А вот что третье, блядь? Суки, блядь. Очень долгое прохождение. Охуеть! Вот это объединение. Ой, блядь, что это такое? Что за последний фильм, блядь? Ну, пиздец. Мила Кунис? Мила Кунис, ну а что это? Черный лебедь, блядь. А, реально Черный лебедь. Черные геймеры? Вы бы такое отгадали. Здоровые геймеры! Коктейл. Коктейл. А, блядь, шуруповерт. Ой, какой нахуй шуруповерт? Отвертка, блядь, отвертка нахуй. Шуруповерт, блядь. Надо создать коктейль шуруповерт, мне кажется. Джин Вермут, блядь. Блядь. Маргарита, почему-то я хотел сказать, но не она. Перепутал нахуй. Не, вряд ли. Это твой ответ? Может быть, это Маргарита? А, ладно, погоди. Джин и Вермут, оливки. Ёбаная... Нет, ладно, забей, не знаю. Маргарете. Мартини?
Мартини. Трудно, блядь, название Мартини, типа, когда есть бренд, блядь, Вермута Мартини. Да. Текила Санрайз. Самый простой, блядь, рецепт. Cocktail за 300. Long Island. Длинный остров. Историческое ядро города Нью-Йорка. Манхэттен. Вот они, коктейльщики. Пинаколада? Специально для папы Хема. Не, ну я скорее... Бля, я проебал! Страдающего диабетом. Сука! Коктейль другое. Готовили без сахара, с соком лайма, грейпфрута и ликёром. Ребята, могу подсказать. Дайкири. Дайкири, да. Я перепутал, я увидел просто белый цвет такой. Дайкири! Но пинаколада другой, как этот, блядь, бокал. Я перепутал. Не любитель лонгов, так сказать. Ямайский ром. Лучший коктейль это сандеевский, тот с тусовки. Да-да-да, название который у него. Который нельзя говорить. Можно я скажу, это тайская проститутка? Уф, но это не тайская. Ой, точнее не проститутка, но тайская. Женщина просто. Ну, ладно. Это моя тайская. Моя тайская. Ну да, это я просто. Это венецианский коктейль на основе игристого вина. Который обычно подается в качестве аперитива. Который это, апероль шприц? Да, апероль. Шприц. Как говорится, все бляди пьют апероль. Я пью апероль. Имеет схожее ужас. Название с идеологией мирового гражданства. Сука. Космополитен. Ебать, я когда готовил Космополитен, он другим был. Не таким красивым. Он такой же был, я просто не помню, почему ты не помнишь название. Я был уверен, что ты скажешь. О, ты что, я вообще название не помню. Я помню... Одноименные медикаменты. Бисквит Сауэр. Тут нету яйца, брат. Саур не обязательно с яйцом. Саур это соленые коктейли. Ребята, понял. Это медикаменты, ну. Пенициллин. Прикольное название. Просто сауру начали яйца добавлять в какой-то момент очень часто. Интересненько, кислые, да? Кислые, да. Масштабчик кто-то выбрал. Это Гориллаз и вот это вот, как ее, блядь. Как ее? Сейчас как скажу это? Нахуй. Давай. Ебальники завалите так, нахуй. Так, Кирик, что там? Блять, ёлка хочется сказать нахуй, но это не ёлка, это, блядь, такая глюкоза, блядь. Да куда ты, блядь? На, глюкоза и Гориллаз. Ой, Бакардос. Хорош, Бакардос. Бакардос, а что он думает сказать? А вы Гориллаз сразу знали, кстати? Я не узнал. А что ты подсказываешь? Не, я не узнал Гориллаз. Не самый популярный. Не самый популярный трек у них, но охуенный. Невестка. Как будто бы аниме опенинг, слушай. Наша первая поэта. До свидания, блядь. The Killers и что еще, блядь, пацаны? Guns N' Roses, понятно. Unluck. Я Guns N' Roses не слушал особо. Сколько время? А, 9. Ну сейчас чуть-чуть. А пусть Маша за тебя поиграет. Ну погуляй, собачка. Блядь, ну может это какие-нибудь Aerosmith и... Ладно, мужики, я пошел, потому что так это пиздец. Так пусть Маша за тебя посидит, поиграет. Не, ну уже 9, типа, у меня... Не, реально, пусть сядет до тех пор тебя поиграть. А я пойду гулять с собакой один? Да. Будь да, там плавал. Да, будь там да, плавал. Да, ну зачем? Не-не-не-не. Блядь, вот хочу... Я подумал, что, возможно, это Бон Джови, сука! Я тебя перепутал, Мишень, да? Да. Очки альт-хоры распределяются за тем, у кого минус. А первое что, блядь? Ну,
До свидания, так сказать. Они бы позвонили, подождите. Что означает понятие «малая родина»? Откуда ты родом? Спасибо, Алексей, большое. Спасибо, но за можно сказать, рейдик. Да. Родной край. Сюда. Общество за ним, погнали. Как называется общественная идея, в основе которой человек — это главная ценность? Гуманизм? Человечкизм. Человечкизм. Запомните, а то забудете, блядь. Человечкизм. Какая форма собственности преобладает при рыночной экономике? Частная. Я в Ангарске родился, да. Так, сори. Миша всего с тысячи. Что помогает решить любую обиду? Кулак в пузо? Суд, блядь. Умение прощать. Это общество знания было, да? Да, охуеть, мойны. Официально в учебнике. Что означает проявить инициативу? Предпринять действие? Вы что, не знаете? Блять, что? Сейчас сознание, да, это такая залупа. Как звучит золотое правило морали? Реально не, золотое не правило. Сделаешь, сделаешь, я ебал, меня ебали. Не? Ну, сука. Придерживайся. Ну ладно. Он всем так бьет, потому что хочешь, ты помог тоже. Какой древнегреческий философ утверждал, что каждый человек должен стремиться познать самого себя? А чё, много их там было? Лао Цзы? Конфуций? Сократ. Древнегреческий, да? Бакарди, Конфуций, Лао Цзы. Ой, древнегреческий, я не читаю, да. Вопрос со ставкой, ребята. Кто хочет попасть в сеанс? Я хочу. Просто. Банк играет, чел. Санде, наверное, пас хочет нажать. Да, Санде уже не тут, мне кажется. Не тут, тут. Заебали нахуй, я просто курицу жарю ебаную параллельно вам, блин. Какой царь России был больше всего прославился? Петр Первый. Пиздец, вопросик. Жестко, вот так вот Бакардос и дернул нас всех. Вот так вот, ребята. Забрал очки Алькора и приумножается еще. Инвестирует, понимаешь? Из какого языка пришло слово «патриот»? Из русского, конечно же. Греческого. Патриос. Патриос. Греческий. Как называется модель развития, при которой наблюдается постепенность изменений, преемственность в развитии различных сторон общества? Эволюционное развитие. Ну это крайне плохо. Ребят, чего-то нового сегодня узнаем. География. География 300. Какая была первоначальная столица США? О, это какая она? Разве менялась? А, Нью-Йорк. Нью-Йорк реально когда-то был столицей США, жестко. Ну, видишь. Но это была его первая столица. Я думал, всегда Вашингтон был. Какая самая большая столица в Северной Америке? А в Северной Америке это по всему континенту, это столица Мексики, как же она называется? В смысле, Северная, это же... Не, это карди... Северная Америка, Гуаладарма или как правильно? Гуаладарма? Мехико? Ну, я забыл. Не Гуаладарма. Нью-Мехико, Нью-Мехико. Просто Мехико. В какой стране принадлежат Канарские острова? Франция вроде. Нет. Как у нас сегодня Франция много фигурирует и подставляет, сука, каждый раз для французы. Что за хуйня? География 500. Сколько в среднем длится перелет через Атлантический океан из Лондона в Нью-Йорк? Бля, вчера летал буквально. Жаль, что не вспомнил. Да, 12 часов, блин. Я вот из Москвы до Минска добирался как раз. Сколько там километров? Много. Наверное, 8500. Ну, наверное, около 8 часов. Почти 8 часов. Мощно. Летунчик, блядь.
какой стране в 1972 году был создан первый в мире национальный парк? X2 за название парка. Сериал такой есть. Европе, наверное, значит, Йеллоустоунский. В США. Да. Жестко ебёт. Сериал, ну, я типа думал об этом, но... В какой стране расположен... В Швейцарии. Матерхорн. Откуда ты знаешь? Охуеть. Что это вообще такое для начала? Матерхорн. Еще бы Цермат сказал. Что это такое, Бакар? Какая гора, столица Камбоджи? Такая. Гора такая? Килиманджаро. Или нет, Килиманджаро. Гора что такое Матерхорн? Килиманджаро это гора? Это, блин, или вулкан? Матерхорн, вулкан, вулкан. Гора такая. Типа это гора. Чудо света? Не помню. Вадуц. Просто гора, типа? География. Блять, я в чате прочитал Камбоджу. Камбоджа, да. Как называется единственное море, не имеющее береговой линии? Знатоки в чате. Это вопросы под Мюнхгаузена заготовлены просто, чтобы он не говорил, что фильмы, типа, и актеры под меня. Да, да. Какая река самая короткая в мире? Да, дров. Чтобы подкормить монстры. Моя баранья, пацаны. Роу. Серега, когда ролит карту, все. Бороу. Говорит Роу. Роу. Ну, погнали. Игра 2001 года. Тропика. Игра 2001 года. Блять, ну Silent Hill, наверное. Какой? Один? Не, ну по один, ну Silent Hill. Да. Два, наверное, или... Нет, погоди. А, да, два, ладно. Я погоди. Пепел или туман, или еще там частички такие, блядь. Нет, ну, погоди. Постапатическая тактика. А 2001 год? Не... Это, наверное... А не слишком ли поздно? Ну, если только второй. Ну, Fallout, я не знаю, Fallout, может быть, да, второй. Да, второй, говорим. Тактика, не, ребята. А мне кажется... Может, это санитары подземелий? Тактика, ребят. Бля, ну Саня дает подсказку, это Fallout Tactics, да, наверное? А-а-а. Ну, я говорю, для второй, типа, слишком поздно уже, 2001 год-то. Ну, да, да. Варвар за баллов. Лорд of Destruction, ну да. Ну так Вестлин сначала хотелось ответить, конечно. Один костюм для первого знакомства. Игра 2001 года. Мафия первая? Нет. Unlock. Serious Sam. Mm-hmm. А, первое знакомство, типа, блин. Жестко. Разрушаемость в какой, блядь, игре? Red Faction. Отец Баттлфилда. Ну, как сказать. Вязкая масса атакует с воздуха. World of Goo? Да, не, ну... Я не очень понимаю, что вязкая. Вязкая масса атакует с воздуха. Red Alert какой-нибудь? Не? А, потому что... Ил! Типа, ух, блядь, ну это надмозговая тема вообще прям. Глубоко. Вопрос со ставкой. Фью. Да похуй. Да, Миша, уже так не получится в банке делать. У нас тут Бакардос есть. Да. Который дожал пас. Так, поехали со Скоромушем. Я не знаю игры. Клод не воруй. Ну, это Зив, наверное, да, какой-нибудь. Там же его, наверное, Клод звали. Зив файл? Типа вор? Див, типа вор, да. Фиф. Фиф. Ты знаешь, в какой игре главного героя звали Клод? Ван Дам? Не помню. Так же GTA 3. А я, кстати, тоже Стивс бы сказал. Да ебать, помнишь, его Клод зовут, блять. Вопрос секрета можешь оставить себе. А оставлю себе. Игра 2001 года. Жить. Волшебный стимпанк. Жить в минусе. Блять, волшебный стимпанк. Думаем. 2001 год. А это... А, я знаю, что это... Изометрия. Изометрия, Миш.
А, ну спасибо, блядь, так сразу понятно стало, нахуй. Мел не хочет проходить, на ХПГ она ему упадала. Вуксия, блядь, что ли? Не-не-не-не. Время вышло. Ты Арканум? Пиздец, блядь. Зря Себест. Убивает меня. А, он пошел? Охотник на нежить путешествует во времени. Это пейнкиллер? Наверное, рановато. Не, рановато. Сингулярити. Не-не-не, это же рановато, по-моему. Ну да, правда. Закончили с играми 2001 года, никто почти их не знает. Да, так, блядь, столько игр было, а играть-то не играли. А скоро финал уже, вот остались мэшапы. Так, ну одно понятно. Надо самостоятельно с минусами еще выходить. Я постараюсь, Саша. Не, ладно, Саня, я тебе скажу, я не выйду, скорее всего. Ну, получишь 77 очков. Ну, я могу подсказать одного. Это Аврил Лавин, по идее, да? Ну, да, второй. Я думал, что это Ариана Гранде какая-то. Робби Уильямс. Робби Уильямс. Откуда ты знаешь такие вещи? Кого, Аврил Лавин? Ну, блять, откуда? А чё мне не знать? О, охуенный мэшап. Хеджем. Вообще, пиздец, что-то слышно. Вообще, не то, это хоть одного другое. Знаете кого-нибудь? Нет, да, вообще ни одного. Это Led Zeppelin, а чё ещё я вот хоть... Мадонна. Мадонна. Дверь запилила Мадонна. Я у Мадонны знаю только... Чё там, Frozen или как у неё песня называется? Этого только что не было в прошлом раунде, извините меня. Это, короче... Fire, Earth, and Water и Post Malone. Это было в прошлом раунде, блядь. Да. Жёстко. Просто у меня память неплохая. Да, скрамуш. Скрамуш проебался очень сильно. Лёгкий поэт Бакардос. Это графону была попытка выбраться. Запоминал бы я только это, нахуй. Бакардос, ваша ставка на машапы. Ба-банк, может? Ну, конечно, мужской, мужской поступок. Назвать всех. Вот, пацаны, Бакардос их чатик пишет, чтобы ему подсказали, блядь. Легкий минус 8500. Бакарди? Не знаю, пусть Металлика... В чате написали, да? С чем, пацаны, подскажите, Металлика с чем? Сука. Там, по-моему, нет Металлики вообще. Нет, там Self Control, ты чё? Стиви Вандер. Это был Хэтфилд, ты чё? Хэтфилд. Предпоследний машап этого пака. Вопрос с секретом, кого хотите задушить? Кирюху. Мы просто знаем, что надо в конце отдать это графону, чтобы он больше не выиграл. На самом деле эльф очень хочет сильно выиграть, я знаю. Блять. Трех исполнителей. Так, ну одни это... Так, Продиджи. Так, второй. Блять, что там на заднем плане играет, что-то знакомое, пиздец. Забил я вообще не знаю. Кот прям охуенно танцует под эту машину. Бля, не знаю. Не знаю. Да, согласен. Я помню вторую, что-то у меня есть в голове, а вот это вообще нет. Ван Халин. Последний машап этого пака. Джекер, дай мне один, пожалуйста. Блять, кто поет? Пиздец знакомая. Я
Не, бля, пиздец, хардовые какие-то вообще. Ну, одно инси, одно прям инси. Это Депеш Мод, да? Да, да, это они. А второй вот что, бля. Нажимай, давай нажимай, пацаны. Нажимай, говорит. Блядь, старая сука, такое знакомое. А что я нажал? Я ничего не нажал. Ты нажал, это печать. Нажал. Я. Это тебе может игры стоить. Да похуй, но я, блядь, я, видимо, случайно Ctrl как-то нажал. Ну ты не знаешь, да? Не, не случайно нажал. Типа, если ты выиграешь, у тебя будет 600, а у ребят 1400. Мы начинаем финал. Депеши, понятно. Блин, а будет ли финал? Реально, а, да, финал будет. Будет, будет, я же знаю, что он будет. Убираем тему раунда, ребята. Убирает инфилит. Угу. Нахуй что за код, пожалуйста. Убирает графон. Так, ну писатели тоже хотят вырезать. Тоже нахуй вырезать. Угу. Бакардос убирает. Ну, бля, музыку как будто бы надо убрать, эту вот, да, душнилу, вот эти музыкальные. Сандей, оставь гладиаторы, пожалуйста. Не-не, Кирюх, убирай гладиаторов, нахуй, реально. Пока. Блядь, ну ёбаный рот, нахуй Кирюх, музыку сделал убрать. Игра нахуй гладиаторы, нахуй гладиаторы. Игра скучная очень. На гладиаторов мы только сколько, одного ответим? Ну я согласен, что игра будет скучная, наверное. Не-не-не. Но гладиатор хуй угадаешь. Да все правильно, Кирюх, ты сделал правильный выбор. Мы играем, делайте ваши ставки, ребята. Ты сделал правильный выбор, Кирюх. А ну сейчас игра 2001 года опять будет, нахуй, ебучая. Внимание, вопрос. Как она называется? И в чем? Как называется игра, изображенная на картинке? Бля, как она называется? Не знаю, я знаю только одну похожую. Наверное, игра в козла, да? Пусть нет. Ну вот. Ну, блять, она... А, ну просто они не игра. Просто же так, как будто бы... Просто есть еще продолжение этой игры, ну, когда перед тобой тут... ставят. Ну ладно. Ну, причем тут гладиатор? А, это игра. Это игра. Я вообще нихуя не понимаю. Думайте. Это, наверное, игра с детства какая-то, советского, я не знаю. Кто здесь советский гражданин? Просто есть типа слоник, это... Там типы перед тобой стоят. Ты сейчас Бакардо сюда подсказываешь? Так он, блядь, это же не слоник. Он еще не ответил. Ну, я написал. Перепрыгни козла. Нет. Unlock. Вы ошиблись. Бакарди, а ты что написал? Hell at Loose. Нормально. Нет. Ну я не знаю, что это. Это я про тебя, Саня, написал. Козел, он правильно написал. Нет. К сожалению, вы ошиблись. И Сандей написал чехарда. И это правильный ответ. Браво. Поздравляем Сандея с победой. Я, если честно, убью с того, что вы... Никто не написал. Правда, не знаю, у нас всегда козлом называлось это, не знаю. Да. Ну, типа, да, что-то такое. Вот так вот, кстати, ребята. Смотрите, да, справа, справа даже статистика есть. Прыгать через козла. Эльфин Лид, правильный ответ и 35, неверный 27. Угу. Бакардос, правильный ответ и 25, неверный 16. Сандей, правильный ответ и 14, неверный 13. Графон, правильный ответ и 40, неверный 20.